Всем привет, меня зовут Мурат, я веб-разработчик. Не так давно у меня появилась идея написать Nintendo Game Boy на CSS, точнее придать ему стилевое оформление каскадными таблицами стилей. Я это успешно реализовал, разместил в CodePen, и спустя несколько дней количество просмотров в CodePen превалило за 13 тысяч. Посему я решил бросить все данные видеоролик. И я бы не сказал, что это какой-то полноценный туториал, в нем абсолютно нет ничего сложного. Для тех, кто хорошо знает CSS, не составит труда понять, что тут написано. Вот. Также подключу Refresh CSS, чтобы отслеживать сохранение CSS. И напишу тело геймбоя CSS, далее подключу эмулятор, и в принципе все. Среда разработки с облом текста и WebKit браузер.